Юная жительница Томска так сильно хотела побывать в Кемерове, что инсценировала собственное похищение. 13-летняя школьница позвонила маме и сказала, что ее насильно удерживают в неизвестной квартире. Родители, разумеется, обратились в полицию. И выяснилось, что на самом деле девушка несколько дней весело провела в столице Кузбасса, а когда вернулась, идти домой побоялась и потому ночевала в подъезде. Последствия у невинной лжи могут быть самые серьезные. Какие, читайте на сайте СИБДЕПО. Жители города Тайга, сами того не зная, целый год получали в подарок нитраты, фосфаты и цинк. Местное предприятие «Водосервис» регулярно сливало в речку Каменку массу вредных отходов. Впрочем, прокуратура уже раскрыла маленький секрет недобросовестной компании. Какой ущерб нанесен экологии и какое последует наказание, читайте на СИБДЕПО. Новокузнечанка пострадала за собственное доброе сердце. Женщина подала заявление в полицию на своего сожителя за кражу дорогой игровой приставки. Но во время суда ее сердце растаяло, и она начала давать ложные показания, защищая бывшего возлюбленного. Смогли ли чертовы и неподкупные российские судьи оценить такой самоотверженный поступок, узнаете, если будете регулярно следить за новостями на сайте СИБДЕПО.